Ну что, ребята, вот наши грибы, надо их почистить сейчас. Сейчас надо перебрать и почистить. И будет супчик. Я их сразу прям порежу вот так вот. Какой красавчик. Вот столько у нас получилось лисичек. Вот такая мисочка. Сейчас еще пойдем соберем свои. Они подросли, наверное, уже. А здесь вот были, да, где-то? А, вот. Вот опенок. Вот опенок, вот. О, уже два. Подросли. Конечно, надо цели проверить, а как же? Обязательно. Да. Стащила. Ну, ты будешь его есть. Ой, Циля. Тимоха пришел, вон. Вот идет, облизывается, позавтракал. Еще гриб, вон, и вон еще. А вот еще повылазили, да. А, не, этот был. Этот был, да, вот рядом с этими. Эти кто-то. Циля, наверное, поколбасила их. Иди отсюда. Ку-ку-ку. Проверка. Это ее грибы. Блин. Вот, вот он, вот. А вот. Вот, маленький. Удаленький. Маленький, но удаленький. И вот, не наступи. Вот он. Вот. О, вырос. Вырос? Вырос. А вон еще манипушка. Вот, вот, вот. Вот. Ку-ку-ку, Циля. Твои грибы рвут, да? Вон, вон. Давай там. А тут нет. Как Таня говорила, царь сказал, забирайте. Ой, спрашивали у нас, наша принцесса несется. Ребята, в прошлом году неслась каждый день. В этом году вот до болезни тоже. Но сейчас, наверное, ей все-таки надо восстановиться. Сейчас как-то мы пока не заметили, как она несется или нет. Но, ну, даже если она и нестись не будет. А вот какой грибочек красивый, глянь, поганка. Что такое? Даже если и нестись не будет, это же Циля. Да. Мы уже так к ней привыкли. Нету больше. Не видно. Там тоже, есть. Там тоже ты смотрел, да, там вот возле гаража будущего. Ну вот. К лисичкам прибавится еще вот столько опят. Немного, но с миру по нитке, как говорят. Будет суп и картошка. Опята, наверное, в суп пойдут. Опята и немножко лисичек. Опята в суп положим, да, Лешик? Я не знаю, я суп с опятами не ел. Не ел? Я картошку только ел. Ну, давай в картошку положим опята. Не знаю, суп из лисичек я из опят я ни разу не ел. Ну, первый раз поешь. Что ты не ел? Ну, что ты не ел? Всегда бывает первый раз.
Но эти хорошие. Нет. Молодые, да, надо делать икру. Но это уже завтра, сегодня нет. Сегодня у меня время рассчитано. Завтра будет. Так, ладно, мою и пошла готовить суп. Да. Все, в общем, почистила картошку, лучок, морковку на супчик, на пожарить грибочки. Грибочки поделю потом. Что на картошку, что на суп. Вот, все. Очистки курочкам. Пусть поклюют, может. Вот, все. Пошла варить супчик. Ребята, закипела водичка. Сковородка у меня греется. Бросаем картошечку. Супчик будет на воде. Меня плохо видно, да? Что-то попало. Чебурашка какая-то. Вот так, пускай закипает картошечка. Ой, масло. Наливаем маслица немножко. Кастрюлька у нас небольшая. Вот. Сюда. Морковку, лучок. Так, лучок наш подзолотился. Морковка тоже. Так, добавляем грибочки. Ну, вот так вот совсем немножко. Я снимем. Вот под березовик снимем. Вот еще под березовик. Хватит, да? Вот так. Ну ладно. Хватит? Да я думаю, на такую кастрюльку хватит. Вот. И их поджарим. Чуть-чуть вот так вот. Какой аромат пошел, ребята! Обалденный! Ох! Супчик будет знатный! Ну вот, чуть-чуть вот так вот. Все, кажется, выключаем. Ой, как пахнет вообще. Так. Картошечка. Я, ребята, положу немножко гречки. Совсем чуть-чуть для вкуса. Очень люблю гречневый суп с грибами. Вернее, грибной суп с гречкой. Мне нравится. Сюда немножко вот гречки. Так вот. Кастрюлька небольшая у нас. И выкладываем грибочки. Пускай навариваются. Так, мне надо ложечку взять. И сейчас, как только гречка наша сварится, супчик будет готов. Ай, а смотрите уже, какой красивый стал, да? Ай, как пахнет. Все, теперь пускай варится гречка. Гречки надо минут 20, хватит ей. Она потом дойдет в супе. Вот еще 20 минут. Сейчас сделаю чуть побольше, пускай закипит. Как мне нравится, как вот оно булькает там, вот эта вот вся красота. Так аппетитненько, буль-буль. Какой аромат, ребята, лисички плавают. И опята. Лешик, пахнет суп уже?
Да. Да. Чувствую. Все, оставим пока наш супчик. Вот уже гречка пошла пахнуть. Гречка с грибами. Ай. Оставим. Пускай наваривается. А сами пока займемся грибами для картошки. Нам надо поджарить грибы. Сковородку не буду мыть, потому что условий для этого нет. Да, она и чистая. Все, нам надо просто поджарить грибы. А потом в картошечку уже добавим лучок. Наливаем маслица. Можно чуть побольше, потому что у нас здесь будет и картошечка жариться. Ну вот, наша сковородочка зашкварчала. Выкладываем грибы. Это граммулечки. Все, пускай жарится. Я спряталась. Вот так вот протушиваются грибочки, грибочки наши. Сейчас вот. Я их подсолю. Поджарились лисички наши, грибочки. Я их сильно не пережариваю, так слегка, вот, чтобы они чуть-чуть пошел запах жареных грибов. И картошечка у нас уже порезана. Порезала такими вот брусочками. Я так люблю. И Лешка любит. И отправляем в сковородку нашу картошечку. Так. Все должно поместиться. Вот так. Сейчас надо ее... Конечно, у меня, как всегда, получилось с горой. Ну, что поделать. Сейчас немножко ее присолю. И надо будет помешать как-то. Еще чуть-чуть. Вот так. Грибочки наши соленые. Вернее, подсоленные. Вот так наши грибочки надо вытащить наверх. Они уже поджарились. Теперь пускай поджаривается картошечка. Вот так. Ой, ребята, обед будет у нас сегодня царский. Ну, конечно, не без того сыпется со сковородки. В общем, сейчас она осядет под крышечкой. Потому что я ее сейчас накрою крышечкой. Вот так. И все. А потом можно будет помешать хорошо. Вот так вот. И заодно смотрим супчик. Что здесь наша гречка? Гречка нормально разваривается уже. Так. Супчик надо подсолить. Так.
одну лаврушечку. И, как всегда, у меня моя приправка и перчика. Все, больше в супчик я ничего не кладу. Вот такой вот красивый супчик у нас получается. Ой, как же пахнет, какой ароматный. Вот и все, закипел. Сейчас, может, пару минуточек прокипит вот так вот и выключаем. Все, супчик выключаем. Хватит ему. Накрываем. Он сейчас настоится. И будет еще вкуснее. Ну, а картошечку мы будем жарить дальше. Ну, как жарить картошку, вы все знаете. Да? Что показывать? Да и суп. Суп варить вы все умеете. Картошечка наша поджарилась. Я ее перевернула чуть-чуть. Вот так вот. А теперь положим сверху лучок. Положу. Это как я делаю. Вот так. Лиза. Не безобразничай. Вот. И накроем крышечкой. Пускай он у нас пропарится, и картошечка впитает в себя вкус сырого лука. Пропахнет сырым луком, а потом... Мы ее перевернем, лучок под низ, вот так вот он поджарится, и картошечка потом у нас еще пропитается вкусом поджаренного лука. Ну что, ребята, картошечка готова. Она еще постоит, потомится под крышечкой. А так вот уже, видите, разламывается. Какая-то развалилась уже. Ну и ничего. Но вкусная до безобразия. Все, буду я ее выключать. Вот так. А, вы спросите, зачем нам так много картошки? Да? Не, мы не собираемся съесть ее за один раз. Нет. Это будет дня на два, на три. Потому что, ну, сами понимаете, на такой кухне готовить каждый день – это испытание. Вот так вот. Все у нас супчик грибной и картошечка грибная. Ай! Ну вот, будет обед. С укропчиком. С укропчиком свежим. Со сметанкой. И здесь надо было еще на картошечку покрошить укропчик. Дай-ка, вот так, ага. Да, а вот у меня еще возьми. О, как красиво. Да ладно, ты уже прям с супом руки моешь там. Так, ладно, садись. Все, наш обед. Это сметанка. Супчик грибной такой вот красивый. С укропчиком. С укропчиком, да. Вот он. Картошечка с грибочками. И как нет. Все, аромат такой стоит. Помидорчики малосольные. Они немножко мятые, но это потому, что они в холодильнике. Они, если бы постояли вот так на этом, они бы раздулись, нагазировались. Ну ладно, они все равно вкусные. Да? Правда? Обалденный. Обалденный. Хлеб. Хлеб забыли.
хлеб. Вот. Ну все, ребята, будем кушать. Мама. Будем кушать. Будем обедать. Да.